1975 года. В Министерстве магии все чаще звучит имя Волдеморт. Темный лорд, наследник Салазара Слизерина. Но кто же скрывается за этим именем? Я, Рита Скитер, отправляюсь в Хогвартс, чтобы узнать это. Я еду за сенсацией. Волшебства творили чудеса четыре мага. Слизерин и Гриффиндор сих пор ведут свой спор, и Хогвартс забили в глубины ада. Мужик, крутой мужик со всех сторон, ах, темный лорд, зачем здесь он? Хранит он свой секрет, и Скитер здесь нет, ждет всех нас сенсация. Будущей женой, а Снэйп с Сахатым любит ли? Бродяга здесь и хвост. Лунатик, есть вопрос. Преподаватели забыли. Все, мы вошли в ворота сказки. Мы готовы к этой стряске. Все мародеры тут, и приключения ждут. Ведь это школа волшебства. Чем обязаны? Профессор МакГонагалл, профессор Краус. А у меня в списке выпускников Слизерина за последние 50 лет. У меня и пропуск в архив имеется. Том, вы со мной? Том? Том Реддл? А ты что здесь делаешь? Я собираюсь занять должность преподавателя по защите от темных искусств. Но я ведь хотел занять преподавателя по защите от темных искусств. Альбуса сейчас нет. Я подожду. Позже поговорим, кошечка. Мяу. Где ты познакомилась с таким красавцем, кошечка? Луч месяца ночного, полная луна. Сахатый, лунатик опять поет. К сожалению, я и сам слышу. Заткнись, Римус. Не видишь, у Джеймса драма. Эванс снова не пошла с ним на свидание. Народ, такое! Что случилось, Хвост? Эванс и Снэйп, они... О! Что? Пусти! Продолжай. Великий Джеймс Поттер даже не в состоянии надеть одинаковую пару носков. Северус, быстро уходи. Акцию носок! Поттер, если тебе не хватает носков, мы пришлем тебе на Рождество. А вот и наша неразлучная парочка. Цисси и Люци. Завидуешь, братец? Нарцисс и Люциус очень хорошая пара, Сириус. У них много общего. Конечно, милая Андромеда. Например, шампунь. Северус, давай уйдем отсюда. Никуда он с тобой не пойдет, Эванс. Снэйп, тебе не стоит общаться с этой грязнокровкой. Ты кого грязнокровкой назвал, Малфой? Спокойно, Сахатый. Малфой, ответишь за свои слова. Сириус, ты вызываешь меня на дуэль? Да. Оружие! Это место волшебных палочек? Сиси, их надо остановить! Не надо! А если ты проиграешь, Люциус, то я сама убью Сириуса! Молчи, Белла! Мяу! Мяу! Мэрина Манс! Здесь кошка бежит! Неплохо, неплохо! А я ваш...
обожаю так делать. Я должен выслать Нюнчика на дуэль! Нюнчика на дуэль? Это смешно. Лучше пригласи его в визжащую хижину. Сегодня как раз полнолуние, напугай они вас. Это я не хвост! Мы подумали, я лишь бросился тебе на помощь. Теперь я знаю, кто он. Скажи, Стэй, скажи это громко. Он оборотень. Спокойно, я задержу его. Что же ты наделал? А это что, тело мистера Снэйпа, Поттер? Технически, да, профессор. Поттер? Профессор, нет, Римус! Что? Что, Римус? Быстро все объясни. А лучше спой. Великие были дни, в сердце моем прибудут они. В тот день среди мародеров великое торжество. Пришло от слизеринца неслыханное письмо. Снэйп говорит о мире, Снэйп предлагает альянс. Но в эту же ночь неизвестный внезапно напал на нас. Такого сражения в мире никто не видал досель. Визжащие хижины схватка, в запретном лесу дуэль. По лицам, телам и стенам струится кровавый пот. Но нас было вчетверо больше, и это решил исход. Великие были дни, в историю школы навеки войдут они. Плечом к плечу с друзьями сражался Сириус Блэк. Пока волшебная палочка не выпала из руки. Великий Мерлин знает, как он остался цел. Но лучше любой награды шрам на его груди. Ура, Сириус! Ура, Сириус Блэк! Надежный друг и преданный человек. Неизвестно напал Хогвартсен Том Реддл. Мистера Снэйпа больничное крыло надо отнести. Мы отнесем. Если Северус все расскажет, то Римуса исключат из школы. А я расскажу. Я все расскажу Дамблдору. Нет, Северус, ты обязан Поттеру жизнью. Лили, они чуть не убили меня. Но Поттер спас тебя. Хорошо, Поттер спас меня. Я понял, Эванс. Северус, подожди. Ты сделал свой выбор, Эванс. Белла и Малфой – опасная компания, Северус. Мне не нужны советы, грязнокровки. А ну стой! Оставь ее в покое, Джеймс. Она сказала Джеймс. И в субботу можешь пригласить меня в три метлы на свидание. Вот. Поздравляю с охатой. Шалась не далась? Начнись! Наконец-то моя харизма начала приносить результат. Я уже сомневаться начал. И запомни, Эванс, я один такой. Да, к счастью, ты один такой. Магия для чистокровных. Да, лорд! Вы пойдете за мной? Да, лорд! Все, что вы искали эти годы, милорд. Союзник, слава, власть, мой лорд. Крепкий союз. Лучшее оружие, мой лорд. И чтобы вновь возвысить кровь и чистоту. Мой лорд, во имя новой дружбы, примите клятву верности мою. Если мне все это не нравится, лучше пойду. Мой лорд, Талиусус. Том, а чем это ты занимаешься? Я репетирую роль преподавателя защиты темных искусств. Это ты напал на моих учеников? Нет. Что ты делаешь в Хогвартсе на самом деле? Кто тебе нужен здесь? Ты. Что? Что? Тебе давно известно, что я глубоко очарован и люблю тебя. Вот это поворот! Но я не красавица, я не богат, и я не чистокровная. Так почему я? Все это есть у меня. Власть.
богатство, красота и кровь великого Салазара Слизерина. Так-так, Спраут, сидя в кустах, можно узнать много чего интересного. Профессор, а вы что это тут подглядываете? Да, не мешайся, Поттер. Так каков будет твой ответ? Я согласна. Белл, уйди. Тебе прекрасно известно, что я люблю только Альбуса Дамблдора. Так почему же ты не с ним? Потому что Гриндевальд. Парень, ты давно не был в Европе. Прощай, Том. Никто больше не зовет меня Том. Мое имя — Лорд Волдеморт. Дамблдор. Спустя столько лет. Всегда. И он удалился под раскаты грома, что сделало его еще интереснее. Это же сенсация! Первая полоса пророка! Страсти в большом Хогвартсе! Адвокат! Все, что происходит в Хогвартсе, остается в Хогвартсе! Мы справимся с любым темным лордом, а не мы так наши дети. Правда, Эванс? Поттер, ты сказочная лень. Знаешь, как сложные времена, профессор? Да, но счастье можно найти даже в темные времена. Если не забывать обращаться к свету, и тогда мы обязательно победим.